Господин Портов, можно с вами сняться? Поздравляем Путина! Поздравляем Путина! Поздравляем Путина! Поздравляем Путина! Поздравляем Путина! Поздравляем Путина! Господин Портов, готово сегодня защитим наши выборы! Я даю тебе поддержите Медведева! Настоящий поддержки Путина! Единой командой мы должны сегодня победить! Победить Марка победителя! Я уверен, чтобы ни у кого не было вопросов! Спасибо вам, наши земли! Господин Шмаков, поздравляем вас с триумфальной победой на парламентских выборах Медведева Дмитрия Анатольевича, Путина Владимира Владимировича, партии «Единая Россия, Народный фронт». А на предстоящих выборах поздравляем всех россиян с предстоящей триумфальной победой Путина Владимира Владимировича. Также мы поздравляем. Также мы поздравляем. Наша Россия. Также мы, уважаемый господин президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, поздравляем вас и вашу уважаемую супругу Светлану Владимировну. Шмаков, поздравляем вас. Господин Шмаков, поздравляем вас с триумфальной победой. Триумфальной победой Медведева, Путина, партии «Единая Россия, Народный фронт». Какие у вас сегодня впечатления, господин Шмаков? Ваше впечатление. Значит, слушайте, я вас видел уже несколько раз. Наша Россия, наш президент. Все мы за Медведева, за Путина, за Шмакова. Вы наши герои. Ваши высшие награды, ордена, медали. Дали вам, нашим героям, наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Только что господин Шмаков прекрасно поддержал предстоящую победу на президентских выборах Путина Владимира Владимировича и поддержал триумфальную победу на парламентских выборах Медведева Дмитрия Анатольевича, Путина Владимира Владимировича, партии «Единая Россия, Народный фронт». Тоже поддержите добрые слова нашим руководителям. На, о, ура, победа! План Путина! Мы за Путина! Путин победит! На президентских выборах. Спасибо, спасибо. Поддерживаем вас. Наша. Спасибо. Восхищаемся вам, господин Шмаков. Спасибо вам огромное. Вы наши герои. Спасибо вам за поддержку Путина Медведева. Профсоюзы России лучше в мире. Ура! Победа! Я сердечно вас приветствую от имени Общероссийской общественной организации Родина Конгресса русских общин. Я не мог не прийти на этот митинг. Я знаю, что среди вас много тех, кто был еще и в субботу на Болотной площади. Поэтому обращаюсь к вам и обращаюсь ко всем моим согражданам, в том числе и тем, кто думает иначе. Разговор будет серьезный. Там, на Болотной площади, многие люди были не в своей стране. Мы всем довольны! Мы всем довольны тем... Мы поддерживаем нашу Россию! Тем, что те, кто ограбил страну, свинтил с нее в свои Лондоны и живут там припеваючи и усмехаются над нами. Вы этим довольны? Мы поддерживаем Россию! А разве вы довольны тем, в каком положении оказался русский народ, который расчленен после распада Советского Союза, когда 25 миллионов русских людей стали изгоями на своей земле? Вы этим разве довольны? Да здравствует великая Россия! Ура! Можете быть довольны тем, что сегодня многие, кто приезжает к нам на нашу землю, нас же и не уважают. Разве можем мы быть довольны тем, что сегодня в России миллионы нелегальных мигрантов и этническая преступность сегодня контролируют целые секторы российской экономики? Разве вы этим довольны? Да здравствует дружба народов! Ура! Россия сегодня переживает непростое время. Сегодня в Европе силы, которые проявляют себя, думают о том, что Россия может быть легкой добычей в их руках. Они сегодня разбомбили Ирак, они разгромили Ливию, они подбираются к Сирии, они растоптали народ Югославии. Но они думают о России, и они ждут каждого момента, когда можно было бы воспользоваться слабостью нашей страны. Сегодня в Европе, к сожалению, не осталось ни одного лидера, кто мог бы противостоять диктату Вашингтонского обкома. У нас такой лидер есть. Это Владимир Путин. Ура! Он готов постоять за Россию. Ура! А мы готовы постоять за него. Ура! Ура!
Победа! К сожалению, сегодня таких людей нет в нашей парламентской оппозиции. Потому что если бы они были готовы стать настоящими лидерами, разве они бы не пришли к своим избирателям на Болотную площадь? Там ведь не было никого. Ни Зюганова, ни Жириновского, ни Миронова. Что ж они так испугались? Кого они испугались? Они свой народ испугались, потому что сказать им нечего. А разве есть настоящие лидеры среди тех, кто называет себя радикальными либералами? Разве не они расчленили страну? Как они могут называть вас, стоящих на этой площади, жуликами и ворами? Да в любой другой стране нашлось бы 30 человек, которые подали бы иск. Учителей, врачей подали бы иск о чести своей достоинстве. Что ж вы молчите? Защитим победу! Нельзя больше прятаться за спину президента и председателя правительства. Вы должны принимать на себя всю ответственность, все, что происходит в России. Надо убрать из власти тех, кто стоят у власти ради того, чтобы иметь кормушку, кто превращает свои регионы в свои личные вотчины, кто считает, что на министерство их поставили на кормление. И партия власти должна самым жестким образом бороться с жуликами, ворами и предателями, которые есть, к сожалению, везде. Поэтому сегодня я хочу сказать вам, у нас одна страна, и нельзя ее делить. И те, кто были на Болотной, те, кто сегодня на Манежной, мы граждане одной великой страны. И мы должны ее защитить. Я хочу вас научить главному лозунгу, который сегодня на устах всех патриотов России. Это лозунг «Слава России». Ура! Возьмите кулак, сожмите его, расправьте свои плечи, расправьте грудь, вдохните поглубже и скажите: «Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Ура! Победа! Победа! Защитим победу на наших выборах! Выборы России лучшие в мире! Да здравствует Медведев, Путин! Партия «Единая Россия», «Народный фронт»! Перемен требует наши сердца! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Самые лучшие ура! Выборы! Самые лучшие выборы в России! Самые свободные! Выборы! Демократичные! Слово! Герою России! Летчику-космонавту Максиму Сураеву! Ура! Победа! Добрый вечер, дорогие друзья, единомышленники! Вы знаете, сегодня я пришел, я хочу высказать свое мнение, потому что сегодня великий праздник, сегодня день Конституции. Это основной закон в государстве, и гарантом Конституции выступает президент. Ура! Вы знаете, может быть, покажется странным, но я неоднозначно отношусь к результатам выборов тоже, потому что я ожидал, что «Единая Россия» победит на 70%, не меньше. Но это выбор нашего народа, и я к нему прислушиваюсь, я его уважаю, и я ему подчиняюсь. Я знаю однозначно, что России нужен сильный гарант, России нужен сильный лидер, России нужен Путин. России нужен России нужен Путин! России нужен Путин! России нужен Путин! Поддерживаем! Поздравляем с Днем Конституции! Конституция России лучшая в мире! И выборы, ура! И выборы лучшие самые! Гвардии, депутату Московской городской думы Кириллу Щитову! Ура! Поддерживаем! Дорогие друзья! Дорогие сторонники Владимира Путина и Дмитрия Медведева! Ура! Я поздравляю вас с Днем Конституции! Поздравляем! Сегодня Конституции исполнилось 18 лет! Давайте поздравим нашу Конституцию! Победа! Россия! Поздравляем! Россия! 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 Конституция! Это фундамент России. Конституция – это залог суверенитета. Именно на Конституции основана наша современная демократическая политическая система. В последние дни мы видим, как группа провокаторов пытается расшатать политическую лодку. Мы знаем, как проходят
сценарии цветных революций. А сценарий всегда один. И основан этот сценарий на лжи, политических провокациях и спекуляциях. Поверьте, благополучие страны, уверенность в завтрашнем дне, стабильность, надежность и спокойствие, кроме нас с вами, кроме граждан России, никому не нужны. Но мы вместе, и поэтому мы сохраним суверенитет, мы сохраним Конституцию, мы сохраним Россию. Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава Медведеву, Путину, партии «Единая Россия», Народному фронту! Абсолютное большинство граждан России поддержало партию «Единая Россия», поддержало стабильный курс развития страны. Поддерживаем! Сегодня мы с вами говорим о выдвижении Владимира Владимировича Путина и о его поддержке на должность президента Российской Федерации. Ура! На должность гаранта Конституции. Мы придем 4 марта на избирательные участки и поддержим Путина, потому что поддержим мы Путина. За продолжение укрепления государственности и правопорядка. Мы за продолжение модернизации в обществе. Мы за продолжение увеличения пенсий, пособий и зарплат. Мы за дальнейший рост рождаемости. Мы за дальнейшее увеличение продолжительности жизни. Мы за то, чтобы сделать нашу страну, нашу любимую Россию, еще более сильной и великой. Поддерживаем! Россия! Путин! Россия! Россия! Путин! Путин! Россия! Путин! Россия! Путин! Россия! Путин! На исторической площади России поддерживаем! Мы собрались с вами вместе, друзья, для того, чтобы поддержать нашего лидера Владимира Владимировича Путина кандидатом президента России. Ура! Поддерживаем! Этого года не случайно Владимир Владимирович обратился к народу и создал Общероссийский народный фронт, который объединил в своих рядах все слои населения во имя будущего, во имя будущего России, во имя будущего каждого из нас, стоящего на этой площади и который смотрит сегодня по экрану телевизора. Дорогие москвичи, мы сделали с вами один правильный выбор. Пришли в декабря, пришли на выборы и отдали свои голоса за Единую Россию как символ будущего нашего государства. Ура! Сегодня мы призываем всех и ветеранов, стоящих в этом строю, и молодежь. Давайте поработаем так, чтобы 4 марта мы все пришли на избирательные участки и проголосовали за нашего президента, будущее России, Владимира Владимировича Путина. Ура! Россия! Да здравствует победа на президентских выборах Путина Владимира Владимировича! Ура! Россия! 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 Да здравствует победа Путина! Победа на президентских выборах Путина! Очень много молодых людей пришло сюда, это здорово! Будущее России принадлежит вам! Будущее России созидать вам! Я хочу дать слово одному из лидеров молодой гвардии Единой России, Алене Аршиновой! Ура! Молимся за выдвижение за исторические решения съезда партии «Единая Россия», выдвижение на пост президента России Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, высшей награды «Академия Путина» Сергея Патриарха Кирилла. По имени отца и сына Святого Духа. Выдвижение на пост президента России Владимира Владимировича.